А вторую песню, которую хочу сегодня спеть, мы написали вдвоем. Ну, вы наверняка знаете, что бывает так, что автор музыки один, автор стихов другой. Вот, а мы написали вдвоем с художником. Вот, такой вот такая странная получилась у нас история. Когда-то еще, если помните, в школьных учебниках в конце были иллюстрации знаменитых картин. Ну, там «Бурлаки на Волге», знаете, да? Ну, писали там сочинения всяческие. И одна из картин была такая странная, называется она «Автопортрет Савский». Написал ее знаменитый фламандский художник Рембрандт. Ну, или можно Рембрандт, как кому больше нравится. И вот там такая интересная история. Я напомню просто этот сюжет этой картины. Сидит молодой человек, у него сидит женщина на коленях, бокал вина в руке, и он улыбается, веселый, счастливый. И вот мне такое еще в том возрасте закралось не то что сомнение, а такое вот понимание, что все-таки, несмотря на то, что он был великим художником, он еще был нормальным мужиком. Он знал, что настоящему мужчине надо в жизни. К чему, собственно, я и стремлюсь. Автопортрет. На стене висит картина, на стене висит картина, на стене висит картина мастера нездешнего. Перед ней стоит мужчина, перед ней стоит мужчина, перед ней стоит мужчина, а с мужчиной женщина. Они молча наблюдают за игрой теней и красок, они молча отмечают композицию и стиль, они молча покидают храм искусства и уходят, и уверенно садятся в дорогой автомобиль вслед за ними, проезжая угловатые строения, покидая континенты, прорезая облака сквозь века, меридианы сквозь планетные системы, пишет кисточкой вселенской чья-то вечная рука. И потом за сотни тысяч лет и сотни континентов после страшного потопа, после страшного суда, улыбается мужчина и бокал в руке сжимает. Улыбается мужчина, а с мужчиной женщина.